Что, сиротка? Флип? Быстро гони бабло. Вставай, уже 7:30, но мы опаздываем, сынок. Опаздываем, и все из-за твоей несобранности. Ой, господи. Кирилл, ну что такое, а? Ты слышишь меня, а? Быстро вставай. А ну-ка, быстро вставай. Вставай, быстро. Кирилл, давай. Все, быстренько. Так, Кать, что такое? Кирилл, это что такое, опять? Я когда-нибудь твою игрушку нафиг выкину. Иди быстро умывайся. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Ну, охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Кирилл, давай быстрей. Пристегивайся. Мам, тебе не кажется, что в городе мы одни пристегнутыми ездим? Сколько раз можно повторять одно и то же? А. Автомобиль – это средство повышенной опасности. Б. Существует правило пользования этим средством. Мам, может, хватит, а? В. Существует правило дорожного движения. Я все это знаю. Молодец. Пристегнись. И вот приходит он домой после очередного дежурства. Я сразу поняла, что-то случилось. Пришел он, значит, сел за стол и молчит. Я у него спрашиваю, что-то случилось? А он так посмотрел на меня спокойно и говорит. На задание меня посылают. Усть-Каменогорск. Секретная операция. А утром он ушел, и больше я его не видела. Ну, надо было что-то делать. Ну, делала. Ну, как же не делать, сынок? Знаешь, сколько я бегала? Жуть. Пропал человек без вести, и все. Надо было в Усть ехать. Ездила. И что? Ничего, никаких следов. Вообще? Вообще. А может, он под прикрытием? И не может уходить на связь? Думаешь. Вариант надо было проверить. Ладно. Я сам поеду туда, раскручу это дело. И найдется. Раскручу. Для этого надо учиться хорошо. У тебя по истории опять трояк. Тройка, не двойка. Троек не должно быть. В твоей школе тройка, что в обычный кол. Ну, 2. Почему? Потому что я плачу 3000 в год, и за это не хотят меня расстраивать. А я хочу, чтобы ты хорошо учился, понял? Понял. И минимальная оценка для тебя 4, ясно? Ясно. Угу. Так, давай быстро. На. Минимум 4, понял? Понял. Давай.
Сынок, тихо, я из милиции, не бойся. Давай на самый верх. Ну и где он? Да здесь он где-то. Где его, гада? Кожу чувствую. А кто вы? Тише, пацан. Ты что, испугался? Не бойся. Я ж тебе говорю, я тебя не трону. Вы вправду из милиции? А то. И работаете под прикрытием. Еще под каким? Значит, вы мой папа. Что? Кто там? Слышь, Ген, тебе в хату никто не ломился? А? А вы кто? Кто? Милиция. Так тебе точно никто не ломился? А? Нет, а что? Так, а может, откроешь? Мы глянем. Угу, а деньги приготовить? Ладно, братан, не болей. Ну, молодец. Можно сказать, спас батю от провала. А как ты догадался? Ты же сам сказал, что из милиции. Это раз. Работаешь под прикрытием – это два. Решил спрятаться у меня и не побоялся, что я тебя сдам – это три. Ну и главное… Главное? Ты же сам назвал меня сыном. Я? Ага. Да ты Шерлок Холмс. Мне больше нравится Бонд. Джеймс Бонд. Ага. Ну, Бонд так Бонд. Ну что? Может, перекусим? А то папа проголодался. Ага. Где ты говоришь? Это было? Усть Каменогорск. Да, в Усть Каменогорске. Точно. Было дело. Да, там, конечно, такое началось. Наркомафия, брат. Они решили мне проверку устроить. Заслали в Афган. В Афганистан. Где Афганистан, знаешь? Знаю. Там еще война была. А там и сейчас война, и все время война. Это так, всемирный полигон. Что такое полигон, знаешь? Знаю, конечно. Ну вот, молодец. Да, затянуло меня там в карусель. И что дальше? Я, пожалуй, коньячку выпью грамм 100, а то что-то знобит. Перенервничал. На здоровье. Угу. А ты молодец. Маме помогаешь, да? Ага. Правильно. Молодец. Так о чем я там? Про карусель. Про какую карусель? Ну, ты же сейчас рассказывал, как тебя в карусель затянуло. Да не говорил я ни про какую карусель. Ты что, карусель? Ты представляешь, что человеком случается, если его под карусель затянет? Это ж все. Инвалидность. Ну, ты про Афган рассказывал. Да, точно. Ха! А я думаю, какая карусель куда затянула. Ну да ладно. Бог с ним, потом. Правильно.
Чего два раза рассказывать? Как ты сказал? Я говорю, чего два раза рассказывать? Маме-то, наверное, тоже интересно услышать. Маме? Ага. Знаешь, а маме лучше пока меня не видеть. Почему? До окончания операции не могу с ней встретиться. Не хочу волновать. Так что пока пусть это будет нашим секретом. Лады? Лады. Ну вот, давай, я пошел. Папа! А у тебя дневник с собой? Да, сейчас принесу. Красивый какой, у нас таких не было. О, Дементьев Кирилл, 3А. 4-4-3-3. Ну, это, брат, не годится. Кирюха, тройки будем искоренять. Договорились? Угу. Ну, давай. Держи. Пойду. Пора. Угу. Завтра я все проверю. Все, я дома. Пока. Отключаюсь. Пока. Как кушать хочется. Кирилл, ты дома? Сынок! Привет, мам. Привет, сынок. Кирюша, а ты что, сегодня всю курочку съел? Да. Молодец. Что, историю пишешь? Угу. Хорошо. Ну ладно, я пойду перекушу. А ты точно ничего не хочешь? Мам, не мешай. Хорошо. Прошла в теплой дружеской атмосфере. Лидеры двух стран высоко оценили рост торгово-экономических отношений, укрепление культурных связей, а также совместные научно-технические разработки. Привет, Толян! Увеличенные инвестиции, совместные проекты в легкой промышленности. Маргарита Семеновна, сколько можно? Что? Что-что? Что можно? Врываться ко мне без стука каждое утро. Маргарита Семеновна, вы же все-таки... Не жена и даже не мама, чтобы так вот бесцеремонно каждое утро вплывать ко мне в апартаменты, а? Чего я этому тебя не видела? Я трех мужиков похоронила. Четвертого кандидата ищете? Меня туда отправить хотите? Нет, спасибо, я не хочу. Ты дурак, сплюнь.
Может, приляжем? Что за манеры? Я не понимаю. Ворваться к человеку в 8 часов утра, оскорбить его, плюнуть ему на пол, попросить его же плюнуть себе на пол. Я не понимаю, Маргарита Семеновна. Да ну тебя. Я денег хотела занять. До пенсии. Рублей 100 одолжишь? Нет, не одолжу. Почему? По кочану. Жлоб я, понимаете? Жлоб. У меня денег полные карманы. А живу я вот так. Фамилия моя Абрамович. Запомните, Абрамович. Все деньги вложил в Челси. Инвестировал. Что такое инвестиции, знаете? Знаю, знаю. Не тонкий ты, Толя, человек. Так бобылем всю жизнь проживешь. Мужлан. Такой дурак, ни в сказке сказать, ни... Ну, ты понимаешь. Я ему говорю, надо. А он мне, зачем? Нормально? Зачем? Ну, а правда, зачем тебе? Ир, ты чё? А на чем я буду ездить? А куда тебе ездить? Ну, будет машина, найдется, куда ездить. Так у тебя же водитель есть. Вроде удобно. Удобно. Это ему удобно за мной приглядывать. Что? Ира, я тебе ничего не говорила? Ну, конечно. Только тебя Серега бросит, и ты пожалеешь об этом. Меня бросить нельзя. Я самая привлекательная. Ладно, купит, никуда не денется. Ты лучше расскажи, как твои дела. Нормально. Да, нормально. Значит, ненормально. С Кириллом что? Ну, почему сразу с Кириллом? А с кем еще? Ты понимаешь, мне кажется, что он стал пить. Кто, Кирилл? Угу. Чего ты взяла? Из бара пропадает алкоголь. По чуть-чуть, но регулярно, понимаешь? Ну? Что ну? Нет, пахнуть от него не пахнет. Пьяным я тоже его никогда не видела. Значит, это не он. А кто? Няня. Няню я уволила месяц назад. Я тебе говорила об этом. А, да. Значит, хулиганы. Да. Терроризируют бедного мальчика, чтобы он выпивку приносил им в школу. Или во двор. Я читала, сейчас такое сплошь и рядом. Да у нас хорошая школа. Вот это и плохо, что хорошая. Во всех хороших школах все очень плохо. Не, ну это бред какой-то. Этого не может быть. Ира, только спокойно. Слушай, а может это ты? Ну, нет? А потом не помнишь. Я читала, такое бывает. Привет, сынок. Чем могу помочь? Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Я ищу доктора. Ну, мам! Так, все. Кирилл. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Я в последнее время стала замечать, что у нас из дома пропадают некоторые вещи. А, так я все Петрову отдал. Он скоро вернет. Зачем? Подожди, как вернет? Как взял, так и вернет. Я ему не навсегда дал. Так, попользоваться. Попользоваться? Ну да. У него ж поломался. Он меня попросил, я ему дал. Подожди, поломался кто? Кто поломался? DVD-привод. А, DVD-привод? Ну да.
А ты про что-то другое говорила? Просто мне показалось, что... Кирюш, ты точно никому ничего не давала? Нет. Точно? Точно. У нас из бара стал пропадать алкоголь. Алкоголь? Да, алкоголь. Может, он это... Что? Испарился. Испарился. Хватит есть эту гадость. Все, хватит есть эту гадость. Иди спать. Быстро. Джеймс Бонд. Ну, чем сегодня будешь кормить? Пап, я не могу тебя больше кормить. Почему? Мама стала замечать, что... Давай ей все расскажем. Ну, давай расскажем, пап. Нет, сынок. Нельзя. Рано. Рано. Ну, ладно. Я тогда пойду. У меня сегодня еще спецмероприятие. А можно я с тобой? Куда? На спецмероприятие. Ну, а чем ты мне поможешь? Ну, не знаю. Может, денег взять? Денег? Ну, на всякий случай возьми. Папа, а ты часто врешь? Никогда. Что, вообще? Абсолютно. Никакого вранья. Табу. Знаешь, что такое табу? Знаю. Нет ничего прекрасней чистой совести. Человек с чистой совестью, он априори прекрасен. Знаешь, что такое априори? Знаю. Молодец. Правда, она возвышает. А я вчера маме соврал. Зачем? Ну, я же обещала ничего не говорить, а она заметила, что в бутылке меньше этого коньяка. Знаешь, иногда можно врать. Можно и даже необходимо. Ну вот, представь себе, что... Но ты же сам только что говорил, что врать плохо. Да, сынок, врать плохо. Но иногда можно совершать плохие поступки во избежание еще более тяжких последствий. Понимаешь? Не понимаю. Красть хорошо? Плохо. Ну вот, предположим, разведчик выкрал секретные документы, от которых зависит исход военной операции, может быть, исход войны и вообще благополучие всей твоей страны. Это хорошо? Хорошо. Ну, то-то. Так хорошо или плохо? Что? Ну, врать. Я тебе потом объясню. Мы уже пришли. Хорошо. А что мы здесь делаем? Проводим оперативные мероприятия. Это как? Как? Ведем слежку за объектом. А кто объект? Объект. Только никому, ладно. Это же оперативные данные разглашению не подлежат. Клянусь. Барменша. Барменша? Угу. Лишь старается. Дурочку из себя строит. Ну ничего. Нас на этой туфте не проведешь. Заметила? Нет. А почему объект? Что? Я говорю, почему объект называют объектом? Почему не субъектом? Ну, у тебя и вопросы.
Здорово, Толян. Привет. Че невеселый? Как жизнь? Нормально. Нормально жизнь. Ты че, сесть негде? А я тебе все мешаю. Мешаешь. Как же я тебе мешаю, если ты ни хрена не делаешь? Пойдем. А че за пацан, а? Сын мой. Сын, ты отвалил. Откуда у тебя? От верблюда. И мы уходим, гражданин Твердохлебов, а ты остаешься и захлопываешь пасть. Понял? Понял. А кто это был? А, мой бывший подследственный, пьяница и вор. Узнал меня. И что теперь будет? Что? Что будет? Да ничего не будет. А как же объект? Ну, в случае опасности я прекращаю наблюдение за объектом и покидаю место действия, а меня подменяют. А давай тебе чем-нибудь еще помогу. Завтра. Заберешь меня завтра из школы? Идет. Только знаешь что? Деньжат на всякий случай прихвати. А то я сейчас сильно засекречен. На связь идти не могу, а деньги на карточке. А сколько? Ну, тысячонку. Ого! Ну, я вообще-то на гитару коплю. Сынок, ну после окончания операции я все верну. Это без разговоров. Хорошо. Ну, давай. Беги домой. Пока. Пока. А школа какая? 306-я. Тут, на Трубной. Кирюш, давай быстрее. Я уже, мам. Ты уже? Молодец. Сейчас бежим быстрее. Так, хорошо. Так, встань. Посмотри на меня. Повернись. Так, все. Давай руку, побежали. Сейчас, мам, я дневник забыл. Давай быстрее. Сыночек, у тебя какие-то неприятности? С чего ты взяла? Ну, не знаю. Мне кажется, что ты изменился в последнее время. Я повзрослел. Повзрослел? Да. И я решила начать новую жизнь. Заниматься спортом. Хорошо учиться. Зачем? Ну, в смысле, это очень хорошо. А с чего вдруг? Я решила стать оперативником, как папа. Как папа? Ну да. Ты же сама говорила, что он оперативник. Ну да, был. Я думаю, что он жив. И скоро нас найдет. Просто у него какие-то неприятности. Но это пройдет. Да я сама замечаю, что Кирилл стал меняться. Но я не вижу в этом проблемы. Если бы он менялся в худшую сторону, ваше беспокойство было бы понятным. А так? Все нормально. Я просто не понимаю, с чего вдруг. Вы, мама, вам виднее. Татьяна Семеновна, а вы не замечали, а может, к нему кто-то пристает? В каком смысле? Ну, в смысле, так бывает. Бьют, деньги отбирают, заставляют водку покупать, я не знаю, может, какие-то хулиганы. В нашей школе это абсолютно исключено. У нас царит полный порядок. Вы уверены? Абсолютно точно. Татьяна... Шишкин, 100 раз тебе говорила, не смей бегать. Ходи спокойно. Безобразие какое. Татьяна Семеновна, я пойду. До свидания. До свидания. Оно я сказала не бегать никому. А ну-ка, умник, иди-ка сюда. Чего? Налоги.
Чего налоги? Налоги платить надо. А я забыл. Ну ладно, сейчас пойду оплачу. А ну стоять, ты что, не понял, сирота? Мне налоги платить надо. Классные тапки. Чего? Ну, кроссовки классные. Только жаль, что порвались. Как порвались? Ну, сопляк! О, привет. Привет. Как дела? У меня еще 2 урока. Ну, я подожду. А. Вот. Угу. Спасибо. Я пойду. Ну, давай. Давай. Здорово, псих. Твердохлен, здорово. Ну как поживаешь? Да так, как-то. О, брат, это называется хандра. Ну, это лечится. Не надо. Надо. Как еще надо? Ну, давай. Че за пацан с тобой был? Ты там что-то про сына нес? Тебе-то что? Слушай, поехали ко мне. Посидим по-людски. Я ставлю. Конечно, били. Понимаешь, сынок, жизнь такая штука. Либо ты бьешь, либо тебя бьют. Постой. А тебя что, кто-то бьет? Ну, не то, что бьет, обещает. Кто? Так. Пойдем. Есть 3 варианта тактического развития боя. Первый – это когда противник очевидно сильнее тебя. Что делаешь ты? Ты строишь из себя труса. Тогда он расслабляется, ведет себя вальяжно, чувствует себя победителем. Вот тут надо его и брать. Смотри. Пальцами вниз, вниз. Жах, 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 жах. Молодец, молодец. Здорово. Здорово. Ух ты. Здорово, чуть палец мне не сломал. Ладно, я думаю, что для начала неплохо.
Так, я поеду... Переговоры? Не надо меня перебивать. Извините. Значит так, я на мобильном и... Хотя нет, не надо, звонить все у нас завтра. Угу. Только если что-то экстрасрочное. Понятно? Да, конечно. Женя, экстра! Экстра. Понимаешь, это же сплошное отсутствие культуры. Вот иду я по улице, вижу, из двора выезжает автомобиль. Из другого напротив другой. Навстречу друг другу. В последнюю секунду останавливаются. Уступить никто не хочет. Ну, выскакивают и ну орать друг на друга. Один вроде такой интеллигентный в очках, а второй, ну обычный. И пошло мат-перемат вдруг. Дверца у этого, который интеллигентный, открывается, и оттуда так нежно. Котик, мы ж в театр опаздываем, мать твою! Прекрасно. Так, значит, вот кто выпил мой коньяк. Кирюша, поди сюда. Так, Панарин Анатолий Сергеевич, пол мужской. Глухой переулок, дом 3, комната 37. Интересно, где же это такой глухой переулок? Борисова Кукуева. Не смешно. Ну, что вы молчите, Анатолий Сергеевич? А что говорить? Какого черта вам нужно от моего сына? Я вас предупреждаю, если вы будете врать, я вас в порошок сотру. Ясно вам? Угу. Спрашивайте. Как вы познакомились с моим сыном? Случайно. Я дверью ошибся. Интересно, в какую же квартиру вы хотели попасть, чтобы попали в нашу квартиру? В 38-ю. Знаете, 38-я квартира в другом подъезде. Да, представляете? Я, значит, подъездом ошибся. Вот как бывает. А может, вы еще и домом ошиблись? Это какой дом? Так, ясно. Значит, на мои вопросы вы отвечать не хотите. Окей. Я пока вопросов-то не слышал. А я задала очень прямой вопрос и простой. Что вы делали вместе с моим сыном? И что вас связывает с Кириллом? Что нас связывает? Дружба. Просто отношения. Что вас связывает с вашими подругами? С моими подругами меня связывают общие интересы. Значит, они у нас тоже общие. У вас? С 10-летним мальчиком? У меня с 10-летним мальчиком. Послушайте, вы что, его домогались, а? Вы больная? Что вы несете? А с какой стати вы представились его отцом? Я представился. Вы представились? Я представился. Вы, прежде чем допрос устраивать, гражданка-следователь, сначала попытались бы разобраться, что происходит в душе у вашего ребенка. И почему он при виде первого встречного проходимца бросается к нему с криком «папа». И кто его до этого довел? Я? Или, может, я виноват, что вы работаете круглые сутки? Ему не с кем пообщаться и не с кем сказать даже двух слов. Я! Ребенку нужен отец. Не сказки о следователях, агентах КГБ и Джеймсах Бондах, а реальный отец. Может, это я лишил его папы? Ну, что вы молчите? Это не ваше дело. Нет, это мое дело. Теперь это мое дело. Он верит, что я его папа. Пойдите, разубедите его в этом. Кто его отец? А с чего вы решили, что у него вообще был папа? Из курса школьной биологии. Мне легко одной воспитывать сына? Ой, только не надо. Не надо вот это вот. Легко, нелегко. Думаете, Трою было искать? Легко, нелегко. А нашли, завели, воспитывайте. А у меня своих проблем выше крыши. Вот так и помогай людям. Имейте в виду, что если я еще раз вас увижу с ним вместе, то у вас будут крупные неприятности. Понятно вам? Понятно. Только вы потом, когда остынете, холодильничек разморозьте, ладно? Хам. Он, между прочим, саморазмораживающийся. Сыночек, а хочешь, мы с тобой в кино сходим? Нет. А куда хочешь? Никуда.
Кирилл, ты должен меня понять. Я прихожу домой, и что я вижу? Вы, извини меня за выражение, с каким-то алкашом сидите на нашей кухне и неизвестно, чем занимаетесь. Он пройдоха. От него неизвестно, что можно ожидать. А может, он нас обокрасть хотел? Хорошо, не хотел. Но я не понимаю, почему ты даже не посоветовался со мной, прежде чем привезти домой чужого человека в наш дом? Но это же не только твой дом, но и мой, наверное, правда? Потому что он мой папа. И просил пока тебе не говорить. Ну с чего ты взял, что он твой папа? Это он тебе сказал? Нет, он как раз и не хотел говорить, но факты сходятся. Какие факты? Мама, какая разница какие? Ты все равно будешь настаивать, что он не мой папа. Ну потому что он не твой папа! Ответишь. Боже мой. Ну-ка же мне доказать, что это неправда. Проехали. Оставь этот дурацкий жаргон! Школу проехали. Я бы на вашем месте наняла этого человека. В смысле? В прямом смысле. Наняла для работы. А в качестве кого? Как кого? Няни, воспитателя, сиделки, как угодно так и называйте. Да вы что? Простите, но это несерьезно. Но это же очевидно, что мальчик испытывает определенную привязанность к этому человеку. Прогнав его, вы для мальчика становитесь, ну, если не врагом, то, по крайней мере, врагом его друга, что уже нехорошо. Вы монстр. Он ангел. Он ангел? Да он черт знает кто! Замечательно. Вы становитесь в позицию, при которой вы вообще не можете проиграть. Не поняла. Если он на самом деле проходимец, мальчик очень скоро в нем разочаруется. Таким образом, вы не только избавитесь от этой ситуации, вы научите ребенка лучше разбираться в людях и, так сказать, фильтровать информацию. А ну, допустим, что дальше? Согласитесь, что в современном мире с его лавинами информации критическое отношение к ней – необходимое качество. Кроме того, вы избавитесь от вашего амплуа злой мамы, прогоняющей хорошего папу. Только вы должны настоять на том, чтобы он сам объявил ребенку, что он ему не папа. Я же вам говорю, я совершенно не знаю этого человека, и я боюсь, что он может... Нет, по всей видимости, он не причинил ребенку никакого вреда. Если не причинил, то и не причинит в будущем. Я так думаю. Спасибо. Ирина, у меня к вам просьба. Вы не могли бы меня информировать о развитии событий? Зачем? Видите ли, это очень, очень интересный эксперимент. Я бы хотела понаблюдать. Я подумаю. Простите, пожалуйста, можно нескромный вопрос? У вас дети есть? Нет. Все мои дети – это мои пациенты. А что? Да так. До свидания. А он симпатичный? Кто? Ну, это твой, Толя. Значит, симпатичный. И тебе нравится. Ну, что ты такое говоришь? Ты вообще понимаешь, что он сделал? А что он такого сделал? А что он такого сделал? А я не понимаю, зачем ему все это нужно? А ты считаешь, что бескорыстных поступков не бывает? Это ты так считаешь и все время меня этому учишь. Все время. Всегда. Ира, я сижу здесь. И, заметь, трачу свое время. Совершенно бескорыстно. Спасибо за подарок. Может, тебе действительно послушать совет этой психологички? Слушай, во-первых, я считаю, что это глупо. Во-вторых, я боюсь за своего сына. А в-третьих, ее интересует эксперимент, а не мой Кирилл. Я так и вижу эту психологичку, которая погружает какого-нибудь ребенка в свой аквариум с серной кислотой и наблюдает, как он там растворяется. Тоже скажешь такой. Психологички не того. Соображают.
Это на вид они пришибленные. Но подумай сама. Ты наносишь Кириллу психологическую травму. Ты это понимаешь? Лишаешь его возможности иметь любимого папочку, которого он так давно ждал. Понимаешь? А так этот твой Толя все сам ему расскажет. А потом через неделю уволишь его. Делов-то. Понимаешь? Ни за что. Какого черта? Да какого ж лешего? Ой. Да что ж вы всем от меня надо? Вы? Не понял. Вам-то что? Выпить не с кем. А вы за меня не беспокойтесь. Если я захочу выпить, то я найду. С кем и что. И заметьте, что делать я это буду. За свой счет. Я поражен. Боже, Боже мой. Ваш моральный облик кажется мне недостижимым. Пить за свой счет – это, видите ли, выше моего понимания. Нам надо поговорить. Кофе? Нет, спасибо. Адвокат? Я хочу предложить вам работу. Мне? Да, вам. Какую и кем, позвольте поинтересоваться? Воспитателем. Вы будете приглядывать за Кириллом, сопровождать его в школу обратно, проводить с ним большую часть времени, все то, что вы делали, только за деньги. Вы положительно влияете на моего сына. Хм. Два дня назад вы были противоположного мнения. Я вам буду платить $800 в месяц. Первое, вы прекращаете пить. Второе, вы прекращаете курить в присутствии Кирилла. В-третьих, вы должны всегда нормально выглядеть. Аккуратно побриты и хорошо одеты. Вам поможет мой помощник Евгений. И, наконец, самое главное, вы должны объяснить моему сыну, что вы не являетесь его отцом. То есть, вы за меня все решили? Послушайте, но вам же не каждый день предлагают такую работу с такой оплатой. Завтра в 8 утра я вас жду у себя. Адрес вы знаете. Собирайтесь. У меня очень мало времени. Очень. Ой, 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 ой. Ешь быстрее, не ковыряйся. Сначала завтрак, потом конфеты. Ну, мам!
Ну и где же? Что-то не так? Нет, все отлично. Воротничок не жмет? Кирилл, это Анатолий Сергеевич, он будет теперь тебя сопровождать в школу и обратно. И проводить с тобой время, пока меня нет. Остальное Анатолий Сергеевич расскажет сам. Вопросы есть? Нет? Тогда вперед. От верхнего, от нижнего, подъезд. И что это у вас произошло? Что произошло? Как все это понимать? И что ты мне на это скажешь? Ну, что я тебе скажу? Во-первых, наверное, я тебе скажу, что я не твой отец. Твоя мама решила, что я хорошо на тебя влияю, и решила нанять меня гувернером, ну, воспитателем, что ли? Интересно, и кто это придумал? Она. Смешно. Что смешно? Нанять папу, чтобы он был воспитателем. Зачем все это? Видишь ли, Кирилл, ты меня, конечно, извини, но я должен тебе кое-что объяснить. Ну, начнем с того, что я никакой не оперуполномоченный, не суперагент и вообще не агент. Да я давно понял, что ты не агент. Это почему? Как-то неловко у тебя все это выходит. С барменшей этой. Да? Ага. Вот я не понимаю, зачем вы комедию ломаете? Я уже взрослый и могу понимать трудные жизненные ситуации. Взрослый. Я знала, что ты вернешься, папа. Вопрос нужно решить срочно. Ну, значит, надо быстрее узнать, что это за человек. Срочная новость, пришедшая к нам от одного из радиослушателей. Полчаса назад на перекрестке Трубной и Столыпина был сбит мальчик со своим отцом. Оба в тяжелом состоянии направлены в больницу. Личности пострадавших пока не установлены. Продолжаем наш музыкальный час. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны сети. Переговоры? Так, Женя, садись на телефон, срочно. Обзванивай все больницы. Нужно найти мальчика с мужчиной, которых сбила машина. Ну, последняя новость по радио, слышишь? Ну, соображай быстрее. Женя, срочно их найди. Сбила. Все, давай. Ты звони. Это же мой мобильный телефон. Да, запиши. Давай. Пока. Алло. Борода, привет. Панарин говорит.
А это мой мобильный телефон. Да, запиши. Нормально. Ты как? Ну все, все, говорить не могу. Пока. Наговорились? А? Что? А то, что я целый час вам названиваю и не могу дозвониться. У вас постоянно занято. Я не понимаю, о чем можно разговаривать целый час. А что случилось? Где Кирилл? Ну, должен сейчас. Вот он. Вам телефон зачем дан? А зачем? Ну ведь не для того, чтобы развлекаться. Телефон вам для связи со мной. Вам понятно? Для связи с вами понятно. Спасибо. Сыночек, а почему у тебя не работает телефон? Мам, что-то случилось? У тебя лица нет. Почему у тебя не работает телефон? Батарейка села. Ясно. Да, Женя. Нашел? В 12-й? Да, я знаю, что это не Кирилл. Он, слава богу, со мной. А что с ними? В реанимации? Слушай, я тебя прошу, спроси, пожалуйста, если им нужна какая-то помощь. Хотя нет, я сама приеду в больницу. Все, спасибо тебе большое. Пока. Значит так, вам я вообще запрещаю пользоваться мобильным в своих целях. Только для связи со мной, с Кириллом, с моим помощником, милицией, со скорой и с МЧС. Тебе, если нужна батарейка, купи и заряжай ее хоть каждую ночь, но чтобы впредь твой телефон работал всегда. Понял? Вам понятно? Более чем. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, что так поздно, дела. Кирилл спит? Да, спит. Анатолий, вы торопитесь? Да так. Хотите, выпьем? Мне сегодня это точно необходимо. По радио передали, что возле школы Кирилла на перекрестке сбили мальчика. С папой я звоню, у вас телефоны молчат. Я сразу подумала, что это вы, вот и наорала на вас. Вы меня простите. Да я, собственно, не обидчивый. Так что, если это вам помогает, можете иногда на меня орать. Ну, хорошая мысль. Нет, правда, сегодня такой чумной день. Я просто эта история. Ну, ладно, будем здоровы. А у вас дети есть? Я же извращенец, вы что, забыли? Не смешно. Вы знаете, как я тогда испугалась? Значит, про себя так рассказывать и не хотите. Да. В общем-то, особенно нечего. Детей у меня нет. Жена от меня ушла. Знаете, я как-то не очень вписался в новое время. Ну, ничего, бывает. Ладно, я пойду. Вы завтра часам к 12 приходите, мне нужно будет отъехать. Завтра же суббота. Нет, я не в том смысле, просто вы могли бы отдохнуть. Ну, я не могу, у меня дела. А вы Кириллу сказали? О чем? Что вы не его отец. Ну, сказать-то я сказал. Только он мне не поверил. Он думает, что между нами какая-то хитроумная комбинация, смысл которой он пока не понимает, но обязательно поймет. Вы, пожалуйста, донесите до него эту мысль. Обязательно.
Спокойной ночи. До свидания. Позвольте представить. Да не с кем мне. Ну вот вообще. Да я все понимаю, да я все знаю. Хорошо, хорошо, я постараюсь кого-нибудь. Ладно. До встречи. Сережа, привет. Ты знаешь, мне очень неудобно, но ты не мог бы со мной вечером сходить на одно мероприятие? Завтра. Ну ладно, извини, пока. Это что? Реальные события? Это ерунда какая-то. Ну это же фильм, а каждый фильм с какими-то недостатками. Ты же сам говорил, кто без греха, пусть кинет в меня камень. Ну, во-первых, не в меня, а во-вторых, это говорил не я. Что-то случилось, мам? Что случилось? Вы, главное, не волнуйтесь. Там ничего страшного нет. Да я и не волнуюсь. Стесняетесь? Не в этом дело. Просто я туда не отдыхать еду. А если вдруг о тебе поползут слухи, что у тебя что-то не в порядке, то дела вести труднее. А где у вас не в порядке? У меня везде полный порядок. Ирочка, любимая, здравствуй. Здравствуй. Привет, дорогая. Ну, как поживаешь? Хорошо, спасибо. Как ты? Неплохо. Может, ты нас представишь? Анатолий. Мой знакомый... Педагог. Светлана. Успешный бизнесмен и талантливейший художник с недавних пор. Ну что ж, проходите, располагайтесь, наслаждайтесь. Черт, Разумовская, терпеть я не могу. Увидимся, Татьяна Михайловна. Значит так, здесь очень много моих знакомых, поэтому, пожалуйста, не болтайте лишнего. Слушаюсь и повинуюсь. Не поясничайте. Постараюсь. Постарайтесь.
Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. А мы знакомы? Нет. Ну, можно сказать заочно. Я близкая подруга Ирины, Соня. Очень приятно. Спасибо. Наконец-то она решилась вывести вас в свет. В свет? Ну да. А что, вас это так удивляет? Мне кажется, вы достаточно импозантный мужчина. Да. Благодарю. Да не за что. Этого достаточно? Более чем. Вы знаете, многие тут не обладают и этими качествами. А что вы думаете об этой работе? Ну что вы молчите? А, надо говорить. Обязательно? Здесь так принято. Вам что-то говорят, вы что-то отвечаете, отвечаете. Главное, не информация, а процесс. Знаете, боюсь, что я плохой знаток такого рода живописи. Ну, если вам интересно мое мнение, то к живописи это не имеет никакого отношения. Ах, вот вы где. А я думаю, куда же подевался мой очаровательный гость? Ну, я вас покидаю. Теперь вы в надежных руках. Ну и что вы скажете о моих работах? Только честно, пожалуйста. Честно? Конечно. Мощно. Очень оригинальная оценка. Вы знаете, дело в том, что это очень сложное направление в живописи. Тут все дело в эмоции и в экспрессии. Вы меня понимаете? Не то слово. Ир, не могу. Понимаешь, не могу. Семенов этот появился, давит на всех. Кто такой Семенов? Ты что, не знаешь? Нет. Ну так, персонаж один. Появился неизвестно откуда. Кто такой, никто не знает. Денег, правда, валом. Вагон и маленькая тележка. Ну и крыша у него хорошая. Того и глядишь, кислород перекроет. Слушай, ну не обижайся, а? Ну это эмоции чистой воды. Энергетика, проявленная здесь. Я все поняла. Если слегка перефразировать великого Пикассо, экспрессия и эмоция всегда идут рука об руку со временем. Понимаете? Да. А это работа, как называется? Утро. Пойдемте, Анатолий Сергеевич. Как вы? Что, уже уходите? К сожалению, да, дорогая. Пора. Очень жаль. Приятного вечера. Спасибо. Успехов. Ну что, решили свои дела? Да, решила. А почему волнуетесь? Я? Нет, я не волнуюсь. Давайте прогуляемся. Зачем? Знаете, а мне не понравилось. Да? А мне как раз показалось, что вы очень быстро освоились. Этакий светский лев в очках. Да, я прошу все расходы на мой новый имидж вычесть из моего гонорара. Не беспокойтесь, это подарок. Сделайте, пожалуйста, так, как я прошу. А можно один вопрос? Валяйте. А что все-таки стало с вашим мужем? Ничего. Не было никакого мужа. Так жили вместе, молодо, зелено. Потом, когда узнал, что будет ребенок, сбежал. О существовании Кирилла он знает? Знает, только не нужен ему никакой Кирилл. Он живет в Америке, у него другая семья. Трое детей, наверное, уже. Вы общаетесь? Нет. Так иногда получаю весточки. Общие друзья. Ну, хватит задавать мне дурацкие вопросы. А вот интересно, чем вы занимаетесь, господин педагог? Сейчас прогуливаюсь с вами.
Но вы же не всегда морочили детям головы и пили родительский коньяк. Были же какие-то другие занятия. Да, вообще-то я археолог. Да? А что тут смешно? Я просто представила. Светский лев вдруг превращается в крота в очках и роет землю. А вы не замечали, что люди вообще похожи на зверей? Я думаю, что мы все делимся как-то на группы, виды, подвиды, породы, если хотите. Ну, если вы крот, то интересно, кто я, по вашему мнению? Так крот или лев? Кроткий лев. Тогда вы белка. Что, прыгаю как дура с ветки на ветку? Да нет, как умная, вертитесь в колесе. Ладно, пойдемте в машину, кроткий лев. А то завтра снова в колесо. Пойдемте. Спасибо вам. За что? Ну, за то, что выручили меня и вообще за вечер. И вам спасибо. За вечер. А почему вы археологию забросили? Да это не я ее, это она меня забросила. Ну, время такое было. Экспедиции совсем не стало, институт закрыли. В общем, история стара как мир. Ну, до завтра. Толя! Я завтра Кирилла сама отвезу в школу. Вы заберите его, пожалуйста. Ну да. До свидания. До свидания. Че, беспризорник, принес? Что? Как что? Ты забыл? Он забыл. Он у нас забывчивый, как девочка. О, как смотрит. Че смотришь, тютя? Деньги гони. А я деньги обещал. Вспомнил, душка мальчик. Ну давай. А у меня нету. У такого пупсика и нет. А ну-ка мы посмотрим. В следующий раз гипс будет на ноге. Я тебя предупредил. Что с тобой? Надо поговорить. Мороженого хочешь? Хочу. Девушка, у вас мороженое есть? Только фисташковое. У нас холодильник сломался. Фисташковое будешь? Давай. Давайте. Хорошо. Помнишь, я тебе говорил про правду? Конечно. Так вот я... хочу тебе рассказать правду. Всю правду. В тот день, когда мы с тобой познакомились,
Я попал в неприятную историю. Пожалуйста, подходите, пробуйте. Новый вип-коньяк «Престиж». Исключительно мягкий вкус. Как, молодой человек? Идеальное сочетание цены и качества. Пробуйте, пробуйте. Новый вип-коньяк по дешевой куда? Цене. Что? Богатый букет коньячных спиртов. Берешь, куда спрашиваю. Как? А? Ну, нетрудно догадаться. Подходите, Пробуйте. Нечего тебе там делать. Так, сейчас, минуточку. Не понял. Пожалуйста. Я же тебе русским языком говорю. Пошел вон. Подходим, пробуем, не стесняемся. Ты, наверное, русский язык в школе не учил. Вот это не твоя мадила, что я учил, понял? Подходите, вот эта презентация для нормальных людей. А я что, рожей не вышел? Да, не вышел. Ни рожей, ни чем другим. И вот здесь поставлю, да? Здравствуйте. А ну, стоять! Стоять, Дина! Потом я долго от них бегал, они все не отставали. Потом подъезд, и ты входишь. Я за тобой. Уже бегать сил не было. Они тоже уходить не собирались. Было ясно, что рано или поздно они в подъезд войдут. Я наверх, там ты. Дальше ты знаешь. Прости меня. Так сложились обстоятельства. Ты спросил про папу, я ответил. Я не думал тогда. Знаешь, я вообще какой-то период времени жил слишком упрощенно, чтобы о чем-то задумываться серьезно. Очерствел, понимаешь? Кирилл. Кирилл. Кирюша. Опа. Извините. Попался гнида. Нормальный ход. Вот так. Эд, ты чё, урод? На себе. На! Лежа! На! На! На, Маша! Отпусти! На! Отпусти! Держи! Пьяные, что ли? Тот трезвый, а эти вроде как. Кирилл, ты как? Нормально. А чё дрались-то? А пёс их знает. Здравствуйте, я мама. Чья? Что произошло? Сыночек, тебе больно? Нам надо поговорить. А о чём мне с вами говорить? Вот сейчас составим протокол, отправим в суд, а завтра... Наедине. Пойдемте. Ну и чё молчим? Из-за чего сыр-бор? Сергей. Выпускай мужика с мальчиком. Ну, они не виноваты. А? Угу. Опа! А мы что, виноваты? Помолчи, умник! Да он сам нарвался! Серёж, а? Допиши-ка ты этому умнику сопротивление сотрудникам милиции. Иди в машину. Иди в машину. Анатолий, вы очень хороший человек. Я нисколько не пожалела, что наняла вас на работу, но у вас есть прошлое. Я не хочу бояться за своего сына. Это вам.
Все, не приходите к нам. Вы уволены. Собаку. Можно? Какую ты хочешь? Честную. Заходил, смотрел. Здорово, Толя! Здорово. Все пьянствуешь? Да? А ты че в наши края? У тебя же все как пучком, все как. Пучком. Слушай, а меня этим гувернером возьмут? Тебя? Ага. Вот тебя, Витек, точно возьмут. Выгнали? Да нет, сам ушел. Че так? Да 3 недели просил их потолки в квартире побелить, они ни в какую. А я в таких условиях работать не могу. Какие потолки? Ну какие в квартире потолки? Да ладно. Хрен с ними, с потолками. Ты-то как живешь? На грабеж еще не перешел. Неправильно ты себя вел. Надо было не мальчонке сопли утирать, а хозяйке. Понимаешь, бабе мужик нужен, а ты с пацаном шаш не разбудишь. Я их сучек знаю, у них одно на уме. Взял, зажал, а тот... Ты чё? Псих. Надо собираться, я собран. Когда заедешь? Адрес мой помнишь? Лады? Давай. Привет. Привет.
Это тебе. Спасибо. Проходи. Вот это вот, это волшебно. Ну, ты так говоришь, как будто ты никогда не ел суши. Хочешь еще? Честное слово, хочу. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. А ты что будешь? У меня есть, как бы это назвать, предложение. Сок будешь? Друзья мои, давайте в воскресенье двинемся на дачу. Фу, напугал. Давайте. Свежий воздух. Малина, наверное, поспела. Кирилл, как доспеет малина? Зимой. Мам, я пойду. Мне еще русские надо сделать. Сделать русский. Опять. Ну, ничего страшного. Может быть, ты ему еще понравишься? Сомневаюсь. Почему? Он хороший мальчик. Да кто ж спорит? Он хороший мальчик, я хороший мальчик. Ты хорошая девочка. Только это ничего не меняет. Потому что один хороший мальчик терпеть не может другого. А хорошая девочка пойду я. Ты даже ничего не поешь? Просто кому-то надо быть смелым и... Всего хорошего. Пока. Мам, а где баллонки? Что? Ну, диски чистые. Да не знаю я, где твои диски. Сядь, поешь. Максим ушел. А почему? Не почему. Ешь давай, почемучка. Ну, вот он и вернулся. Может, не надо, мам? Кирилл, прекрати. Но в конце концов, это глупо. Кирилл, а я тебе гитару привез. Папа! Ух ты! Кирилл! Просто я обещал. Спасибо. Ну, вы как? Хорошо, а вы? Да тоже ничего. Ну, я, пожалуй, пойду. Ну и катитесь. Да? Да. Тогда я, пожалуй, останусь. Да? Да! Погода ужасная, настроение ужасное. Там сезон короткий, нас уже сроки поджимают. Четвертую неделю бьем шурфы, и все впустую. И вдруг просто вот рядом с лагерем, на глубине 1,5 метра, культурный слой. Что такое культурный слой, знаешь? Знаю. И тут начинается такое, вы себе не представляете. 10-й век. Мам, а можно мы завтра в зоопарк сходим? Можно, можно, сынок. Ну? От верхнего, от нижнего, подъезд.